我家的中国四年生了三个孩子，马上孩子们都长大，马上也上小学。我最麻烦的是我不认识字，不知道怎么辅导作业。Liliana, Daniel, кто будет учить маму иероглифы? Кто? Ты? А ты знаешь? Вы в садике уже начали учить иероглифы, да, Daniel? Какие иероглифы ты знаешь? 俄语。俄语啊？干归？中国话。中国。Liliana, иди.Будешь рассказывать маме. Мы к ним я усамла. Но маме все равно непонятно. Ли. Ту. Ли. Ся. Хан хан де ешу. Да. Теперь. Не хан, 然后再弯下去，斜一点，记住。然后还有啥？我再勾上去。记得小点啊，对，这个不合适，这个也行，这种的，然后再一撇，先这个，对，这个写错了，给写下头。This， 嗯，把这个空开，然后再写这个落下，记住啊。你告诉妈，你写那个二是啥意思？两笔。Ильяна, а ты вот это все знаешь уже, да? У мамы не получается. Все好的嘛, бабу. Да, но все равно не похоже, как у тебя. 挺像的嘛. 不过这个锅再往上锅一点就够了。啊。妈妈想说这啥意思呀？这个力。组成那个意思，对对对，就是这样啊，就有劲儿的意思是吧？就是待会儿等等我啊，写完等等我。对，你俩看谁写的快，看谁写的好，比赛。因为妈妈写的早呀。妈妈не умеет писать, Ильяна знает как писать. Ильяна уже сколько времени учит иероглифы? Уже давно. 两年了。学两年了，没有两年了，就是中班开始学的嘛，现在是大班了，中班一年多，两年，他意思中班还有大班，两年，这问题你大班还没上完呢呀，现在是半个月吧，一年零半个月，要不再写一行吧，嗯，对，让他再写一行，对，你还没写完，不是让他等等你，写完这一篇的话就翻，写另一个，целую страницу。是吧？那当学生的不听老师的，必须得听老师的，是不是？对。这个家我说的才，说啥都给听，我说啥就给听啥。啊，明白了。那你也快写吧。嗯。妈妈 скоро вообще забудет, как ручку в руках держать。难道没用过笔吗？用过。Просто сейчас уже не надо. Сейчас обычно все в телефоне набирать. Или в телефоне, или в компьютере. Очень редко что-то надо писать на бумаге. Еще когда в школе училась, у меня был самый красивый почерк в классе. Тиемин. Самый красивый. Мы обе его хокан. 行，那你现在在咱们这个班里边也当第一名，好不好？你的学生都有谁呀？杨雨涵。啊，还有谁？又写什么字呀？Oh. Ой, как красиво! Как ленточка на 8 марта. 我写右肯定是全班第一名。是不是呀？你告诉妈妈这是什么字没？右一个的右，右名的右，第一名的第。不过有点歪了，没事吧？嗯，没事。写完了。小妹妈妈 занимается, у мамы занятия. Маме надо учить, как писать иероглифы. Тоже хочешь? Мама, у меня тиши будут. О боже мой. Мне кажется, это Йоу вообще тяжело писать. У меня не получается так, как у Лилианы.
然后第三个是什么了？该是写成什么了？写的，露露给写的。明天我准备做核酸，拿着一个一个棉签，行不行？行不行？又做核酸呀？好，好。看看这年的做核酸有多壮观啊！好，多了几个娃娃，书包也加上。啊啊，好。第三个字该叫妈妈什么了呀？水。哎，咋写呀？这个水，水不好写吧？应该挺好写的。上课时间，不许玩小弹指，收了。А теперь маме еще раз надо и пи и пи как писать. 啊，他也不会，妈妈也不会。这是第一题。写大点，妈妈看不见。四画。四画。刚刚数了几个。妈妈学会了没？应该学。你在哪？那妈呢？在。这样一点。啊。小点。行吧。Так, Лиля? Так, Лиля? 啊！我要看你上帝。我想看他，我想看妈妈上帝。Какая работа? Нет.Нет. 那个气人，这个气人，一天到晚气得要看你上帝了、啊！救命啊！救命啊！我教不了这些学生啦！没有拼音本吗？他啊，你就教他念嘛。一，一，耶、yeah. 哦，太真实了。耶、yeah, 会吗？耶耶耶耶耶耶耶。爸爸，你看这个。啊。读。耶。А если мама неправильно этот будет говорить? 我先跟你练习一遍。教个学生就给一个外教师，嗯，就是好麻烦，是不是？对，麻烦，嗯，麻烦都看见上屁。当老师太难了，是吧？对，麻，当的马上就要看见上屁啦。咕嘟咕嘟。Это еще Лиляна, тебе надо спасибо сказать. Твоя ученица тут спокойно сидит и не прыгает. как детки? 他中午就喝得像小孩一样，就是那啊哈哈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 哈低声，轻声的，轻声的啊，姐姐。姐，你给我读一下姐姐。快写姐姐。知道了。刚才就是着忙的写作业，然后又找不到格式。哭了没有？啊，都赵老师 увидит, что ты так пишешь, еще нас папа будет ругать. Вообще надо ровно сидеть, чтоб ровная спина была и вот так, птичка.孩子难写，陪孩子写作业更难。下期视频见，拜拜。